Еще столичным следователям придется разобраться в ЧП, которое произошло в Сухарево, где мужчина выпал из окна и попал под машину, которая проезжала по двору. Произошло это утром возле дома по улице Федорова. Как рассказал представитель ОСК по Минску Алексей Климович, к трагическим последствиям привели не действия водителя автомобиля такси. Погибший мужчина свел счеты жизнью таким образом. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, полученным в ходе осмотра, установлено, что сегодня утром мужчина упал с проекции подъезда жилого дома, после чего на него наехала машина такси, которая двигалась задним ходом. Личность погибшего мужчины установлена. Он минчанин, 93-го года рождения.